Мандалы описывают как материальные, так и нематериальные реалии. Они являются отражением всех аспектов нашей жизни – часового круга, Луны, Солнца, Земли, а также концептов семьи, друзей и общества в целом. Вам предстоит довериться своей интуиции и выбрать одну из мандал, а я на основе этого выбора раскрою вам интригующую правду о вашей жизни. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал. Ну а если вы еще не подписаны, то можете это сделать прямо сейчас. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Итак, выберите мандалу. У вас есть 20 секунд. Если вы выбрали мандалу номер один, то вы мыслитель. Вы выбрали эту мандалу, потому что вы из тех, кто хочет знать все на свете. Однако вы выбираете знания с осторожностью. К примеру, такие люди, как вы, ненавидят сплетни, но готовы часами наблюдать за тем, как распускается цветок. Обычно мысли у вас спутаны и бегут непрерывным потоком. Вам нужно научиться успокаивать свой ум. Попробуйте заняться йогой, растяжкой, чаще принимайте ванну, восполняя свою энергию. Если вы выбрали мандалу номер два, то вы странник. Вторая мандала представляет аспект путешествий. Она красочная, но ее цвета несколько приглушены. Вы выбрали ее, потому что хотите путешествовать по миру. А кто не хочет, спросите вы. Но с вами все иначе. Вы действительно считаете, что деньги стоит тратить исключительно на путешествия. Так чего же вы ждете? Вперед! Если вы выбрали эту мандалу, то вы жаждете новых впечатлений. Третья мандала представляет собой аспект опыта и новых впечатлений. Она напоминает вам, что вы не намерены останавливаться на достигнутом. Вы выбрали ее, потому что такой человек, как вы, постоянно жаждет новых впечатлений. Вам хочется попробовать все и прямо сейчас. Иногда вы попадаете из-за этого в передрягу, но всегда считаете, что оно того стоило. Однако держитесь подальше от азартных игр. Поверьте, эти впечатления вам ни к чему. Если вы выбрали эту мандалу, то в вас идет борьба с материальным и духовным миром. Четвертая мандала символизирует золото. Скорее всего, вы выбрали ее, потому что не знаете, чего хотите от жизни. Иногда вы задаете себе следующие вопросы. Почему я так много работаю? Потому что хочу заработать денег? Купить квартиру, обзавестись семьей и что потом? Вас очень сильно беспокоит, что вы тратите так много времени на работу, и действительно, такие люди, как вы, часто страдают от трудоголизма. Вы можете провести всю свою жизнь, усердно работая и копя деньги. Но разве на это стоит тратить отпущенное вам время? Если вы выбрали эту мандалу, то вы настоящий боец. Красная мандала представляет концепт крови. Она ассоциируется с опасностью, энергией, страстью, силой и храбростью. Вы выбрали ее, потому что привыкли наполнять свою жизнь адреналином, ставить себе все новые недостижимые, казалось бы, цели и достигать их. Однако не всегда стоит так усложнять себе жизнь. Ведь иногда, присмотревшись, можно заметить, что на горе, по которой вы карабкаетесь, сдирая руки, в кровь уже продолблена широкая лестница. Если вы выбрали эту мандалу, то вам присуще благородство и чувствительность. Эта мандала символизирует природу и спокойствие. Вы определенно любите леса, поля и реки. Смысл жизни вы ищете, вдохновляясь природой, и это правильный путь. Вы романтичны и чувствительны, привыкли много размышлять, отправляясь в долгие прогулки. Людям нравится находиться рядом с вами, от вас они заряжаются внутренним спокойствием. Обязательно напишите в комментариях, какую мандалу выбрали вы и похож ли результат на то, что есть на самом деле. Мне будет интересно это узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.